Мы проводим конкурс на нашем канале. Для участия в конкурсе всего нужно выполнить два пункта. Первый – это подписаться на наш YouTube-канал. Второй – заполнить Google форму. Ссылка на Google форму находится внизу под видео. Да, можно я? Евдокимов, Иван. Уберите, пожалуйста, пальцы. Главное управление перегрузками. А где написано, что сотрудник там чего-то? Не знаю, то, что у спецназа, да, сотрудника написано, сотрудник спецназа или сотрудник. Ну, к каким силовым структурам ты относишься? Там написано, главное управление Днепропетровской области. Знаете, что такое главное управление? Главное управление Днепропетровской области. Ну, вот МВС Украины. Ну, знаете, все, да? Я понял. Уже поняли, да? Вот это, видите, грамочка для вас специально, чтобы вы читали. Водитель, седьмой раз у вас прошу, водительская техпаспорт. Включите, пожалуйста, аварийный знак. Прижмите, пожалуйста, правее. А почему у вас номера? Уважаю, вам показало удостоверение сотрудника милиции. Вы что, на приколе или что? Да при чем тут на приколе? Вы что, на приколе, я вам еще раз скажу. Вы прикалываетесь с меня или что? Я не прикалываюсь. Я вам еще раз скажу, вам только что показало фамилию, имя, отчество. Вам что, шапку снять, что там, фотографию подавить или как? Я с вами пока мы вежливо разговаривал. Я говорю, поставьте, пожалуйста, свои транспортные засоби, уберите с проезжей части, вправо прикройте. Не заставляйте вы вот это вот не накаляете обстановку, я вам серьезно. Да я не накаляю обстановку. Вот на данный момент вы сейчас накаляете обстановку. Вы вам покажите удостоверение, я вам показал водительское удостоверение свое. Чекай этот. Что там? Наши пах, резина лысая. Ну, тут вы начинаете рассказывать, что там у нас стоит в машине мигалочка. Хорошо, я понял. Давайте сделаем иначе. Давайте сделаем иначе, давайте. Куда вы направляетесь, уважаемый? Уважаемый, куда вы направляетесь в данный момент? В Днепропетровск. Вы едете в город Днепропетровск? Да. Скажите мне номер, пожалуйста, дежурный или как там у вас здесь? Сейчас дам. Уважаемый, водительский техпаспорт предъявите со мной. Вот, смотрите, есть у меня водительский техпаспорт. Вот водительское. Водительское удостоверение. Сергей Сергеевич, да. Сергей Сергеевич, Хабаровский край. Запрещенные предметы есть в машине? Нету. Чего вы труситесь? Не переживайте. Да я за рулем еду уже, знаете сколько. Конечно, не трясется. Я хотел сейчас бы вас выйти за 5 минут. Хочешь, я вам покажу всякие? Да она мне это показывает. И никуда вы отсюда не увидите. Я мог просто не останавливаться, правильно? Я же вам серьезно. 300 метров вы проедете на пробитом колесе. Если я сейчас захочу, если вы из машины выйдете, я буду на брюхе. Давайте по существу. Я вам еще раз задаюсь. Так вот, не надо мне тут накалять обстановку. Опустите трошки векно. Так вот же видно. Блять, ты что, на приколе лишь? Да я вас боюсь. Я вам прямо говорю, я вас боюсь. Если бы я хотел, я тебя сейчас бы вытянул с машины, поверь мне. 15 минут. Ты вылетаешь с машины. Хочешь? Считай, считай до 10, и ты вылетаешь сейчас с машины. Да я не хочу вылетать из машины. Я реально вас боюсь. Я один, вас двое. Ты что, на приколе лишь? Тебе удостоверение дать в руки или что? Не надо мне в руки. Ну так что начинаешь? На ту сторону, короче. Цель вашего визита в Днепропетровск. Жена у меня, ребенок там. Не бойтесь, успокойтесь, лейте, лейте. Все, посмотрели? А? Посмотрели? Да, ну успокойтесь, покажите страховочку, пожалуйста. Один раз. Дай.
свежим. Откройте багажник и визуальный осмотр. Я, можно, не буду выходить с машины. Или остановите, пожалуйста, двух понятых, я в присутствии их открою. А я вам открою багажник. Законы милиции знаете? Сотрудник милиции имеет право сделать полный визуальный осмотр. Это не досмотр, это визуальный осмотр. Но это... Мы просто визуально осматриваем ваше транспортное средство, и вы едете дальше. В связи Российской Федерации машины Донецкий, Луганский и Крымских регистраций делаются полностью визуальный осмотр. Если вы этого не знали, если вы сейчас не откроете багажник, имею полное право поставить вас, вызвать опергруппу и поставить вас на штрафплощадку. На трое суток на досмотр машины ее будут разбирать полностью. Вы выставите зарайотдел, а собирать уже будете сами. Хотите так сделаем? Давайте сделаем по закону. Вы же законы хорошо знаете. Уже показал и уже. Отлично, правильно? Знаете законы. Постановления все знаете. Изменения все знаете. Почему нарушаете правила дорожного движения? Я не нарушаю правила дорожного движения. Если бы ничего не сказал бы. Знаки стояли, стояли. Хорошо, если я нарушил, ознакомьте меня с нарушением, выпишите протокол, я поеду оплачу, и в чем проблема? Откуда вы знаете, что будете оплачивать? Превышение свыше 40 км под знак, аварийно-опасный участок дороги на магистрали, это изъятие. Сергей Сергеевич. Оплачивать. Кого вы будете оплачивать? Штраф. Открыйте, да. Пожалуйста, штрафа нет. Сергей Сергеевич, еще раз прошу, пожалуйста, открыйте, пожалуйста, багажник. Я проверю. И езжайте, не бойтесь, что вы боитесь. Да как не бойтесь? Я вам говорю, что я вас боюсь. Или за ухо боитесь. У вас были проблемы тут? Да. На трассе? Были у меня проблемы. Какие? Да каких только не было. Я поэтому, я же не просто так. Если меня на посту остановили, спора нет, я вышел, вы все показал, и все, и разговор закрыт, я дальше бы поехал. Поехали назад на пост. Поехали на пост. Вы проехали пост, все. Поехали, поехали, я согласен. Вы отказываете открывать багажник, да? Я поехали на пост, я вам все покажу. Последний раз, вы отказываете открывать багажник? Я не открываю. Давайте в присутствии понятых я вам открою все. Я задаю последний вопрос. Вы отказываетесь открыть багажник? Нет, я не отказываю, я же говорю. В присутствии понятых я открою багажник. Вы сейчас будете вылетать из машины. Да зачем вылетать? Я что вы, вы меня пугаете? Да, я вас не пугаю, я вам сейчас скажу. Откройте, пожалуйста, осмотр транспортного средства. Я проверю, и вы езжайте спокойно, куда вы направляетесь. Не заставляйте, не обкаляйте обстановку. Так я не накаляю обстановку. Я вам говорю, не накаляйте обстановку. Если вы сейчас не открыли багажник, может у вас там оружие лежит, откуда я знаю? Так я сейчас выйду, мне по башке дадите. А вы что, на приколе, блядь, или что? Я еще раз вам кажу, я сотрудник милиции, я вам показал удостоверение, блядь. Что ты как мне со мной разговариваешь, блядь, ты что, вообще не пил или что? Ну как ты по голове, я бы хотел тебе дать, я бы давно тебе дам и по голове, ты что, на приколе или что? Вызывайте опергруппу тогда, пускай они едут, смотрят, я не знаю, я так с машины не буду выходить, я боюсь реально. Позовите, пожалуйста, инспектора. Кого? Ну вот, инспектора. Иди, успех. Вызывайте опергруппу. А? Вызывайте опергруппу, говорили, опергруппу вызывайте, оформляйте протокол, ну, все документируйте и по закону давайте. Я реально, я боюсь выходить с машины. Что, обосрался ли? При чем ты обосрался? Я боюсь с машины выходить. Пиздец, ну что, на какое еще? Открыто, пожалуйста. Откуда вы едете? С города какого вы едете? С Москвы. Сколько вас раз останавливали? Вообще? Да, здесь, на Украине. На территории Украины. На территории Украины, сразу как приезжаешь в границу, первый пост через 20 метров. Машину проверяли, досмотр был? Был. Понятых вызывали? Понятых? Да. На стационарном посту. Ну, понятые были? Не было. А у нас передвижной пост. Чем он отличается, знаете? Чем? То, что тоже стоит на месте, а мы передвигаемся. Имеем полное право делать визуальный осмотр. Я понял. Ну, там, понимаете, там я был спокоен. На стационарном посту там были люди, ходили, еще машины останавливали. А здесь на глухой трассе... Понимаете, что вы до Днепра не доедете? В смысле? В прямом смысле. Ну, как не доеду? Ну, вот так. Вы мне угрожаете? Сейчас... Сейчас заедешь, будешь памперсы меняться. Ты не боишься выйти из машины? Детский сад. Сергей Сергеевич, открыть, пожалуйста, свои багажники. Я проверю, не езжайте, тебе дальше, куда вы направляетесь.
У вас машина затонирована, ни хера не видно, что у вас там сзади лежит. Да ничего у меня там сзади не лежит, пусто. Вон, смотрите, ничего нет. Все, открыто багажник, езжайте, серьезно, спокойно. Тем более на границе, я проходил границу, вот буквально. Не оставляй меня сейчас, блядь, нервничай, блядь, сука, крутить, чтобы у меня портить на столе. Да подожди, блядь. Открыть багажник. Напомните, как вас зовут? Я же тебе сказал. Да я уже вообще все забыл, что надо. Вы тут на меня и матом, и угрожаете. Сера, а как мне с тобой разговаривать, скажи? Ты сидишь, я тебе тут, блядь, уже, блядь, как тёлочка, нахуй, ноги раздвигаю, ты, блядь, стоишь. Я вас боюсь, я не могу. Ты что говоришь? Открыл багажник, уже давно уехал, нахуй, уже в Днепре давно был бы, блядь. Я, вот, выслушайте меня. Хорошо. Понимаете, сейчас, ну, в стране, ну, нестандартная ситуация, согласны со мной? Совершенно верно. Ходят и не ходят, и в хороших, и в плохих, ну, каждого же на лице не написано. Да. Вот как мне доверять кому-то здесь? Если Сережа. Люди родственникам своим не доверяют. Сережа. Я приехал в чужую страну ночью, меня останавливает машина. Сережа. Вы посмотрите меня, вы до чего до меня довели, меня реально все колотит. Сережа, я тебе скажу, если ты вот так будешь, скажем, на посту разговаривать с человеком вот так, блядь, ты понял? Вот так это, тебе будет так, скажем, дергать, нахуй. Ты просто открыл бы, блядь, багажник. Перед тобой все 10 человек с России проехало, блядь. Открыли багажник и уехали, никаких проблем, никто нахуй не дергал. Мне братья живут в России тоже, и мама живет у меня в России, блядь. Так что теперь, блядь? Если там власти ебутся, так они ебутся дальше. Да власти похуй, это блядь. Пускай, у меня жена здесь живет, я каждый месяц сюда езжу к жене с ребенком. Ну, и вот таких вот, ну, Серёг, у меня еще конфликтов просто не так было. Так вот, давай подружимся, открой багажник, покажи, что ты везешь, и езжай себе спокойно, я тебя пальцем не трону, блядь, ты что, прикалываешь? Да я реально вас боюсь. Серёг. Честно вам скажу. Нету, я не хочу выходить, потому что я реально боюсь. Сережа, блядь, не увидел меня, блядь. Открой, пожалуйста, багажник. Покажи нахуй, куда это лежит, и езжай нахуй, блядь. Давайте поедем на пост. Сереж, ну что, на приколе или что? Да я не на приколе, мне реально страшно. А мне потом ехать назад, нахуй, 40 километров? Поехали на тот пост. Туда 30 километров ехать. Я поеду, поехали на тот пост. Так тебе ехать, а мне что, блядь, потом вернуться сюда назад, нахуй, ебать, серый. Ебать, ты на приколе, дивись, люди едут, я днем стою, все, блядь, машины ездят, нахуй, блядь, ебать. Я когда на посту инспектор остановил, попросил открыть багажник. И что? Попросил открыть багажник. Он говорит, хотите, я тоже не хотел с машины выходить, на стационар, посту днем. Инспектор, хотите, я вам остановлю понятых. Позвал людей, подошли люди, говорит, все, давайте это осмотр, посмотрим этот самый багажник. Я открыл багажник, он посмотрел, может, что в сумках. Сам, я говорю, в сумках вещи, шмотки грязные. Вот, я не буду лизать твои шмотки, я не буду открывать твои сумки. Мне просто открой, я гляну и закрыл, и езжай, и все. Может, не выходи даже с машины, открой, я гляну и езжай себе спокойно, куда ты собирался ехать, блядь. Если ты боишься выходить с транспортного засоба. Да не тряси, Серёжа. Да я реально, я говорю, это нехорошая эта ситуация. Кем ты работаешь? Водителем работаю. Да. В Москве водитель. Ну, на фуре ездишь еще. Бетон возим. Ну и что ты, блядь, пиздец, я не могу понять, Серёжа. Что ты, блядь, так, блядь. Да как что? А ты сам с Украины что? Я вообще сам с Хабаровска. Ну, а жена тут развелись, эти что-то? Ну, жена, они, наверное, раньше жила на Украине, потом переехали в Хабаровск, мы там с ней поженились, и сейчас вот она вернулась сюда, и... Ну, а ты там живешь, она там? Я в Москве работаю, и живем мы вместе. Я 20 дней работаю, 10 дней я домой еду. А, так ты каждый день сюда, каждый месяц ездишь, ну, что? Ну, да. Ну, так ты сам с Днепропетровска, получается, ебать. Ну, проживаю я. Ну как, 10 суток я проживаю с женой, а потом еду на работу. Вахтовым методом работает. Скажи, что тебе в багажник лежит. Не понял. Скажи, что тебе в багажнике сейчас лежит в машине. В багажнике у меня лежит вещи грязные, переодеваться. Ну, так что ты боишься, нет. Блядь? Да я не доказать открыть, боюсь. Открыть багажник, я пойду. Я боюсь с машины выйти. Хорошо, открыть багажник, я подивлюсь, открою, блядь, и закрою, блядь. И все, и езжай. Какие проблемы? Давай. Так какие проблемы? Открывай, Серёга. Сер. А. Да, ну там нету ничего, поверьте. Ну открыть, ты
еще было дети. Серега, офиг багажник. Чего они делают их не стеклянные? Заглянули, посмотрели, да и все. Там нет ничего. Ну, вообще, не хочет прибавить, может, и боится, может, там что-то лежит, блядь. Так если может что-то у меня там лежать, мне на границе они все смотрят. Ты мог просто после границы заехать, взять, а и все. Да, ну, прям, я еду... Серёж, а ты богатый? Я сейчас открою, а вдруг вы туда что-нибудь мне бросите? Ну ёб твою мать, ты что, блядь, сказок надавился, че фильмик, блядь, серый? Да чё, такое бывает же, правильно? Да ну нахуй ты мне всрался, чтобы я тебе что сложил, ну ёб твою мать, блядь. Так вы мне только что угрожали, а? Вы мне только что так угрожали, что... Як я тебе угрожал? Ну как? Ну, то, что ты сидишь, мене видрачиш оце, блядь. Да я не видрачиваю. Ну, а як ти на мене не видрачиш? Ти мене сидиш, видрачиш оце, блядь, сидиш. Ні, я вас боюся, я не могу, блядь, я не могу. Ви мене видрачиш, я вас боюся, блядь. Визивайте того, ти, блядь, мені указуєш, що мені робити, діба. Я ті по большому счету, блядь, як працює діло ФСБ, ти знаєш, блядь? Читай до трьох. Раз, два, три, ні, бух, чбух, вилетів чоловік із машини. Це каких-то там, якщо конкретних рецидивістів. Які конкретні? А так, якщо інспектор ночью останавливає. За пропуски у вас як робили, блядь, діба, що ти мені розказуєш? Які пропуски? Ну, ті, що, блядь, типа прокуратура, хуйдура, вся хуйня, блядь. Как это было? Ага. Стоят на улице. Стоять в ФСБ, блядь, останавливают машины. Чувак, все, изымают пропуски. Там ага, нету человек таких... закрывается в машине, говорит, раз, два, три. Не. Викно не открывается, человек только хуяк автоматом, вывалится стекло, не, его нет. Вытягивают нахуй. Просто пиздец. Забирают эти пропуска и все. Кого забирают? Эти пропуска. Блядь, Сереж, ну я знаю, как вас там робили. Открой мне багажник, да езжай себе с Богом. Уже давно и я уехал, и ты едь. Давай, открывай. Так давайте вы поедете, и я поеду. Блядь, Серег, не накаляй кнопку, ты поедешь. А ты багажник. Да я не накаляю обстановку, я же вам объяснил свою ситуацию. Серый, ну не заставляй мне сейчас ломать тебе стекло. Не надо открой, ломать нахуй, стекло. Блядь, все. Открой багажник. Не надо ломать стекло. Открой багажник, Сереж. Вот вы вот хотите, чтобы я вас понял, а вы меня не хотите понять. Че еб твою мать, Сережка, открой багажник, пожалуйста. Вот как бы я хотел, я тебя за давно схватил бы, поверь мне, блядь. Сереж, открой, пожалуйста, багажник, блядь. Я проверю и езжай себе спокойно, куда собирается ты ехать, блядь. И дай Бог тебе удачи, открой багажник, Сереж. Я даже не знаю, что мне теперь вам ответить. Фу, блядь, Серега, вот ты сейчас накаляешь, я тебе отвечаю. 5 минут сейчас ты, блядь, вылетаешь из машины, ты накаляешь обстановку. Я не накаляю обстановку. Раз. Я считаю до 5. 2. Я сейчас разбиваю нахуй стекло. 3. Не надо стекло разбивать. Дерево потом буду искать стекло. Не Сережа, надо стекло. 3, не 4, надо разбивать стекло. Ты выходишь с машины? Да я вас боюсь. Ты открыл, смотрите, багажник, что вообще. Вы делаете. 4. Сережа, я пью стекло. 4. Зачем 5. Вы это делаете? Зачем я вы это делаете? Стекло, я сейчас дебажу стекло. Зачем вы это делаете? Выйди, пожалуйста, с машины, открой багажник и езжай себе дальше. Как выходишь? Я сейчас должен выйти? Вы... Ебать! Ты пил, блядь, или что? Сказал, выйди нахуй с машины, блядь! Что сделали? Что ты сделал? Так а что ты выдрачиваешь меня, блядь, придурок ты какой-то.